Вечный утешитель, дух истины, ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю, ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Аллилуйя! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе и слава, Бог всемогущий! Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам жизнь, примиривший нас с Собою кровью Сына Своего Единородного. Благословен Ты, Бог наш, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя, Боже, не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за жизнь вечную, за прощение, исцеление, освобождение через кровь божественную Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава Иисусу Христу, друзья мои, братья и сестры, дамы и господа. Всех приветствую и благословляю северной столицы Санкт-Петербурга. Сегодня я в этом парке, на Черной речке. Здесь, где Пушкин стрелялся последний раз, где пролилась кровь великого поэта. Много кровушки пролилось за эти два тысячелетия христианской эры. А если брать вообще от самого начала, за эти почти 6 тысяч лет, 5779 лет, начиная от нашего праотца Адама, праматери Евы, то это очень и очень много кровушки. И здесь была пролита кровь великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Но сегодня в этом парке, в этой чудесной золотой осени, я вспоминаю и провозглашаю Иисуса Христа имя и кровь, и говорю о крови Господа моего Спасителя Иисуса Христа. Кровь поэта не могла омыть даже его грехи. Но, слава Богу, Александр Сергеевич перед смертью, уже будучи смертельно раненым в Петербурге, он исповедовался, причастился. Конечно, один только Бог знает его сердце, как он исповедовался, как он причастился, с каким сердцем, простил ли он, принял ли он прощение от Бога. Я надеюсь, что да, и на небесах уже все узнаем. И благодарю Бога Всемогущего. Надеюсь, что на небесах Александр Сергеевич прославляет Бога в таких стихах, которые на земле ему даже не снились и на ум не приходило. Ибо то, что Бог приготовил на небесах нам, верующим, на сердце то не приходило на земле ни одному человеку, даже такому гениальному поэту, как Пушкин. Бог приготовил любящим его и нам открывает его Духом Святым Своим. Спасибо Тебе, Господь. Не видел того глаз, не слышал то ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам-то Бог открыл Духом Своим Святым и открывает Духом Своим Святым. Братья и сестры, дамы и господа, благословляю всех вас во имя Господне. Молюсь о духовном пробуждении Петербурга, северной столицы, здесь на берегах Невы. Молюсь о духовном пробуждении всего северо-запада России. Молюсь о духовном пробуждении всей нашей страдавшейся планеты. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Кстати, Александр Сергеевич Пушкин, в нем еврейская, африканская кровь тоже бурлила, знаете ли. Но еврейский апостол Павел, Савул в русском звучании, он сказал, выступая в Афинском Ареопаге, в Деяниях апостолов записано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив пределы обитания, назначив времена и сроки народам, племенам. И Бог также в послании к Тимофею, он открыл тайну такую, которая и в других местах из Писания тоже открывается, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех.
Слава Богу. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С города Санкт-Петербурга, с берегов Невы, Черной речки, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножатся. Аллилуйя, аллилуйя.